Челябинский историк, который был осужден за репост в социальной сети, впервые в России подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Он надеется, что ему удастся отменить решение суда. Напомним, координатора Челябинского регионального отделения партии «Демократический выбор» признали виновным в публичном призыве к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с помощью интернета. В сентябре прошлого года блогер на своей странице в социальной сети разместил ссылку на обращение украинского правого сектора к россиянам о призыве к экстремистской деятельности. У меня был профессиональный интерес к этому делу, плюс там прошло обострение, конечно, это интерес к этим к вооруженным организациям у меня был. Я, в общем-то, на суде об этом подробно рассказывал. Мужчину приговорили к 2 годам условно, но амнистировали в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне.